сейчас сделаю здание театра нашего музыкального акварелью, причем делаю методом наложения акварели многослойного. Был как бы подготовительный акварельный рисунок. Я карандашом никогда не делаю подготовительный рисунок. А плюс к этому я еще вспомнил наш старый прием, потому что на пленэре я этого не делаю, вот это вот многослойное покрытие, видите? И акварель накладывается один слой на другой. Здесь много интересных моментов, когда они, накладываясь, образуют сложную такую интересную цветовую гамму. Это близко к архитектурной отмывке. Хотя раньше, скажем так, классическая акварель, она всегда использовала этот прием. Этот прием на многослойной такой покраске, да? Называется в архитектуре этот прием, в архитектурной подаче. Я уж не знаю, сегодня есть это, преподают или нет. В архитектурной подаче это называлось отмывка. Таких слоев может быть множество. И она даже делается, эта отмывка, одноцветной тушью китайской, да? А можно делать цветом. Ну, примерно вот что из этого получается, вы можете видеть. Короче говоря, есть предложение. Я могу сделать такой урок для тех, кто отвечает мне по принципу «донат арт». Поэтому в личку можете мне написать, и я тогда буду знать, что у меня есть несколько желающих получить такой урок. И я его для вас специально сделаю. С добрым утром. Это Иркутск. 20 октября. Сколько там у нас сейчас? 10:23. Да, кстати, а вот эта фотография, которую я сходил и сделал. В данном случае, да, я работаю по фото. Ну что, зима у нас уже наступила. Хотя я ходил, как вы видите, летом. И как я покажу попозже, я сделал много набросков, в общем-то, там на натуре. Походил, посмотрел все это, отснял в разных позах. Вот. А сейчас наступила зима, и наступили камеральные работы. Я тоже от этого получаю удовольствие. За окном у нас вот такая погода. Зима. Привет.